Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем вязать вот такую объемную косу резинкой 2 на 2. Раппорт узора высоту 16 рядов. Коса состоит из 24 петель. Я добавила еще 2 изнаночные петли перед раппортом и 2 изнаночные петли после раппорта и 2 кромочные. Одна в начале вязания, вторая в конце вязания. Приступаем к вязанию. Вяжем первый ряд нашего узора. Кромочную петлю провязываем лицевой и дальше вяжем 2 изнаночные петли. Это те петли, которые я добавила перед раппортом. А дальше будем вязать раппорт нашего узора. Будем вязать резинкой 2 на 2, но начнем с одной изнаночной петли. Резинкой 2 на 2 нам нужно провязать 24 петли. Первая петля — это изнаночная, дальше вяжем 2 лицевые, вторая петля, третья — 2 изнаночные, четвертая — 5, 2 лицевые, 6, 7, и так чередуем 2 лицевые, 2 изнаночные петли, 2 изнаночные, 8, 9 петля, лицевые — 10, 11, изнаночные — 12, 13, лицевые — 14, 15, изнаночные — 16, 17, лицевые — 18, 19, изнаночные — 20, 21 и лицевые — 22, 23. И как и в начале ряда, мы заканчиваем изнаночной петлей, последняя 24 петля раппорта. Вот мы связали раппорт нашего узора. Дальше довязываю 2 изнаночные петли, те, что я добавила после раппорта. И кромочная у нас изнаночная. Мы начали раппорт с одной изнаночной петли, затем продолжили вязать 2 лицевые, 2 изнаночные, чередуем до конца ряда и в конце ряда закончили вязать также изнаночной петлей. Разворачиваем наше вязание и вяжем второй ряд. Кромочную петлю вяжем лицевой. Дальше будем вязать по рисунку, как смотрят петли. Смотрим, какие петли у нас на левой спице, так их и провязываем. Лицевые петельки вяжем лицевыми, а изнаночные петельки провязываем изнаночными. И так по рисунку, как смотрят петли, будем вязать второй ряд. Третий и четвертый ряд вяжем также по рисунку, как смотрят петли. Какие петли у нас на левой спице, так их и провязываем. Провязав третий и четвертый ряд по рисунку, вяжем следующий пятый ряд. Для вязания пятого ряда нам понадобится дополнительная спица. 16 петель раппорта, последние, мы будем перекрещивать налево. Итак, приступаем к вязанию пятого ряда. Кромочную петлю провязываем лицевой. Дальше вяжем 2 изнаночные петли изнаночной глади. И начинаем вязать раппорт нашего узора. Первые 8 петель нам нужно провязать по рисунку, как смотрят петли. Изнаночные петли вяжем изнаночными, а лицевые провязываем лицевыми. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая петля — это изнаночная. Вот мы провязали 8 петель по рисунку. Следующие 8 петель нам нужно снять на дополнительную спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И оставляем эти 8 петель перед работой. И продолжать будем вязать с левой спицы. Вяжем по рисунку, как смотрят петли. У нас идет изнаночная петля, будем вязать ее изнаночной, а лицевые будем провязывать лицевыми. Нам нужно провязать с левой спицы 8 петель. Первая петля — изнаночная, вторая — лицевая, третья — лицевая, четвертая — изнаночная, пятая — изнаночная, шестая, седьмая — лицевая и восьмая петля — это изнаночная. Вот мы провязали 8 петель с левой спицы. Дальше возвращаем снятые петли с дополнительной спицы на левую. И будем провязывать эти петли по рисунку, как смотрят петли. У нас сейчас идет изнаночная петля, вяжем изнаночной, лицевые провязываем лицевыми.
Будем вязать по рисунку, как смотрят петли. И заканчиваем раппорт изнаночной петлей. Вот мы связали раппорт нашего узора. И осталось у нас на левой спице 2 изнаночные петли, те, что я добавила после раппорта, провязывая 2 изнаночные и кромочную. Разворачиваем наше вязание и вяжем следующий 6-й ряд. 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й и 12-й ряд будем вязать по рисунку, как смотрят петли. Кромочную вяжем лицевой, а дальше смотрим, какие петельки на левой спице, так их и провязываем. Лицевые вяжем лицевыми петлями, а изнаночные провязываем изнаночными петлями. Итак, по рисунку, как смотрят петли, нам нужно провязать с 6 по 12 ряд. Провязав с 6 по 12 ряд по рисунку, вяжем следующий 13 ряд. В 13 ряду мы будем также перекрещивать петли, только будем их перекрещивать в начале нашего раппорта. Нам нужно будет 16 петель перекрестить направо. Итак, приступаем к вязанию 13 ряда. Кромочную петлю провязываем лицевой. Дальше вяжем 2 изнаночные петли. И приступаем к вязанию раппорта. Первые 8 петель нам нужно снять на дополнительную спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И оставляем эти 8 петель за работой. А следующие 8 петель с левой спицы провязываем по рисунку, как смотрят петли. Изнаночные вяжем изнаночными, а лицевые провязываем лицевыми. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и изнаночная восьмая петля. Затем возвращаем снятые петли обратно на левую спицу. Восемь петель, те, которые мы снимали на дополнительную спицу. И провязываем их по рисунку, как смотрят петли. У нас идет изнаночная петля, дальше 2 лицевые, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 1, 2, 1 изнаночная. Вот мы сделали перекрещение направо. И осталось у нас, чтобы довязать раппорт, 8 петель. Вяжем их по рисунку, как смотрят петли. Изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная. Вот мы связали раппорт нашего узора из 24 петель. И в конце ряда у нас 2 изнаночные петли. Провязываем их и кромочную вяжем изнаночной. И мы довязали 13 ряд. Разворачиваем наше вязание и вяжем 14 ряд. Кромочную провязываем лицевой. И все последующие петли с левой спицы будем вязать по рисунку. Лицевые вяжем лицевыми, а изнаночные провязываем изнаночными. Лицевые вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Лицевая петля лицевая, изнаночная изнаночная. Лицевые петельки изнаночные. Лицевые изнаночные. И последняя кромочная у нас изнаночная. Вот мы довязали 14 ряд раппорта. Разворачиваем наше вязание и вяжем 15 ряд. 15 и 16 ряд будем вязать также по рисунку, как смотрят петли. Смотрим, какие у нас петельки на левой спице.
так их и провязываем. Изнаночные вяжем изнаночными, а лицевые провязываем лицевыми. И так по рисунку, как смотрят петли, нам нужно будет провязать следующие два ряда. 15 и 16. Довязав 16 ряд, мы связали весь раппорт узора. 17 ряд начинаем вязать с первого ряда. Вот такая большая объемная коса из резинки 2 на 2 у нас получилась.